Всем привет! Итак, у меня есть несколько отзывов об iPhone 11. Стоимость 59 тысяч рублей. Стал обладателем iPhone 11. В целом считаю технику фирмы Apple достойной, но именно этот телефон меня почему-то не радует. У него довольно неплохой дисплей, телефон шустрый, работает хорошо, батарею держит долго. Но либо это от новой прошивки, либо от того, что я к нему еще не привык. Пользуется и мне не очень удобно. Телефон громоздкий тяжелее других телефонов, которыми я пользовался. Во время использования часто случается нажимаются боковые клавиши. Когда говоришь по наушникам и заходишь, к примеру, в игры, то звук игры включается на той же громкости, что и разговор, и ничего не слышно из речи собеседника. Поправить настройками это никак нельзя, так как они крайне ограничены. Телефон не имеет функций горизонтального использования. Кроме просмотра видеоконтента. Крайне ограниченные настройки интерфейса. В отличие от Android устройств. Ну и дороговато плюс ко всему. В целом неплохой телефон. Но пользуется им мне не очень комфортно. Достоинство. Держит заряд больше 24 часов. Камера. Объемный звук. Недостатки. Габариты и вес не для всех. Комплектация позорная. Марки корпус. Ну и цена. Также есть очень положительный отзыв. Благодаря iPhone 11 я снова стала снимать фуд видео. Отзыв инструкции об iPhone 11 128. Итак. Привет, начну с того, что меня на этот раз интересовал один вопрос. У какого смартфона самая лучшая стабилизация видео? Покупать отдельно камеру для этой цели в планах нет. Натаскалась в свое время, так как мне нужна камера не только для домашних фуд-роликов, но и выездов. Я много публикую контента в социальных сетях. Одними каналами на Дзен и YouTube не ограничиваюсь. Честно скажу, что целых три месяца смотрела обзоры смартфонов, пытаясь остаться верный Android. Пересмотрела чуть ли не все видео про iPhone 11 и 12 всех версий. Уже муж хотел купить мне версию 11 Pro. Но зайдя в розничный магазин, я смогла физически сравнить размеры телефонов в руках. И оказалось, что версия Pro-малышка, а обычно 11-й iPhone совсем не лопата. Задала вопросы нескольким людям, у которых именно 11-я версия. И решающими моментами было именно съемка видеоприроды на этот телефон у своей родственницы. Решено, беру. Застала тот период, когда в комплекте телефона клали только кабель USB. Адаптер я купил сразу на 20 вольт и нисколько не жалею. Так как пока я вымою волосы, посушу и, попью кофе, iPhone зарядился. Мне не приходится ставить его на зарядку на ночь. И вообще заряжаю раз в день полтора. Я постоянно в соцсетях. Также докупила беспроводные наушники и вполне ими довольна. А еще у меня случайно появилась супер кнопочка для селфи съемок. Она шла в комплекте к светодиодной кольцевой лампе. То есть теперь не приходится вставлять шнур от селфи палки в смартфон или жать пальцем правой руки кнопку съемки. Вы можете делать снимок даже когда эта кнопка у вас в кармане. Супер удобно, подходит и для Android. Для сопряжения наушников и кнопки селфи нужно включить Bluetooth. У меня не было тряски перед снятием пленки с айфона, так как это часто показывают блогеры на YouTube. Возможно, от того, что я уже до такой степени привыкла это делать с другими покупками. В целом, с телефоном очень довольна. Особенно впечатляет качество съемки и качество стабилизации. Рекомендую его именно для этих функций. Всем успехов!